Мы уже привыкли к тому, что дигитальные технологии и различные новшества прочно вошли в нашу жизнь. И, к слову говоря, вот этот беспилотный автобус, который будет курсировать по определенному маршруту Власова до 30 апреля, тому ясное доказательство. Беспилотный транспорт уже знаком жителям Таллина. Когда наша страна была столицей Евросоюза, гостей поразили диковинкой, которая должна была свидетельствовать о продвинутости государства. Потом таллинцы и гости столицы в 2019 году могли прокатиться на таком автобусе в Кадриорге. А в позапрошлом году в квартале Юлиместа проходили тестовые заезды уже сразу нескольких автобусов без водителей, которые, к слову сказать, были сконструированы в Таллине. Это уже знакомый таллинцам беспилотный автобус, то есть у нас разные фирмы были на наших улицах, был французский производитель, это же эстонский продукт, и я рад, что у нас в Эстонии такую технологию развивают, и Таллин со своей стороны рад быть таким полигоном, где эту технологию испытывают. Теперь все желающие смогут прокатиться на таком транспорте будущего. У нас будет здесь 3 остановки. Каждые 15 минут с 9 до 12 наши жители смогут испытывать этот автобус и ездить по нашему бульвару уже на новом модном автобусе. Если перед автобусом окажется пешеход или какой-либо другой объект, то он остановится автоматически. Самоуправляемый автобус едет на небольшой скорости и не представляет угрозы для других участников движения. Сейчас мы можем его разогнать до 20 км в час, но, разумеется, в многолюдных местах его скорость гораздо ниже, где-то примерно 7 км в час. Беспилотный автобус начинает свое движение на улице Вирби возле магазина «Максима», далее его остановка через мост на Лагна и пункт прибытия возле клиники «Медикум». Транспорт отправляется каждые 15 минут. Сергей Овчинков, Петр Юльван, Йонас Киммель. Новости Таллина.